В Голицыно проводится экспертиза нескольких домов в Банном переулке, чтобы признать их аварийными. Параллельно администрация ведет работу с жильцами по вопросу переселения. Специалисты администрации проводят опрос, уточняют, согласны ли собственники переселиться в другой населенный пункт или предпочитают остаться в Голицыно. По итогам мы сформируем подробный документ со всеми предложениями, подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов.